Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик по талантам. Давно я уже не делал. Я начал записывать рубрику «Таланты перезагрузка». Плейлист целый есть, можете зайти посмотреть на канале. Я их немножко отредактирую, будет меньше плейлистов, потому что у меня на канале будет также другой контент, не только «Битва Замкова» и «Бравл Старс». И другие игры, которые я стримлю, то есть я стримлю сейчас больше, чем раньше. Что у нас сегодня? Так, это можно закрыть по плану. Поехали. Ну, сердцеедка, не знаю, на любителя. Я буду еще тестировать. Ну, с одной стороны, очень интересная. Мы закончили по талантам. Так, с по талантикам мы закончили талантом грубая. Вот, у нас осталось сложный. Так, что тут у нас сложный? Нет. Я даже сделаю обзор сразу на два таланта, а вы сразу же рукой и ногой влепите лайк. В общем, что у нас интересного? Ложный. Вот, напишите мне в комментах, кто где-то качал ложный выпад и кто качал гнев. Очень многие ребята, да, без доната, не спорю, классный талант, все, но сама суть таланта, если разобраться, ложный увеличивает уклонение на 8%, берем восьмерку, максималку не берем, мы разбираем таланты для без донатов, 75% берем и 8%, 8, да, по-моему, да, 8% уклонения. Берем ту же самую грубую, 70% на увеличение крит удара, 65%, так, что тут у нас еще, 75%, 110% и плюс 8%. Даже тот же самый, сейчас мы дойдем, где там бог войны, 90% на восьмерке дает. Я к чему веду? Что это не топовый талант на урон, но в принципе где-то более-менее адекватный. Можно на первое время поставить тому же самому Анубису, Фрейю, но вы потеряете кучу кулаков, если вы прокачаете его. Если у вас излишек кулаков, можете качать неплохой талант для урона. За счет второй графы этого таланта можете сразу же забыть. Уклонение 8%, это процентуально. Если у вас бездонатный герой, это любой герой, но я даже не знаю, я даже не буду показывать. Там уклонения фактически нет. То есть есть герои, у которых есть встроенное уклонение, там Душек, например, там Огник, да, есть, у которых уклонений нет. Оно прокачивается в созвездиях. Чтобы прокачать уклонение на нормальный левел, надо как минимум там четверки поставить. Это минимум 1010 самов, и то и больше, наверное, вы потеряете ради этого. Будет ли оно актуально с этим талантом? Нет, конечно же, потому что у вас у героя никакого дефа не будет, и 8% это ни о чем. Если взять тот же самый на сегодня изворот, он дает 20%, два и два раза больше, если так взять, и плюс энергии набор. Он намного больше даст прирост, чем этот. Здесь получается у вас атака. Для бездоната хорошо, можно поставить на героя на первое время, но качать я бы даже не стал. Я всегда говорю, не качайте, не тестируйте, не заморачивайтесь над этим. Оно бессмысленно. А в плане урона, да, там на первое время пойдет, но опять же смотрите по ресурсам. Вот это относительно этого таланта. В основном, если он у вас выпал, лепите где-то допу, лепите куда-то ради силы, потом когда-то прокачаете, но не ставьте его на героя, которым вы будете играть каждый день, потому что это бессмысленно. Потом выпадет тот же самый Бастион, он в разы круче, чем этот талант, он дает жизнь и атаку. Поехали к гневу. Гнев аналогичный вариант. Он увеличивает, вот ребята многие спрашивают, какая разница между крит ударом и крит уроном. Он увеличивает именно крит удар, то есть шанс критического удара. Крит рейт на английском сервере это называют 20% и точность на 16%. С одной стороны, это круто, многие его тоже лепят и качают, я уже не раз видел на Анубисах, на Фреях. Возможно, Фреи, я не буду спорить, подойдет, у нее ограничение. Анубису вы его поставите, у вас Анубис останется беззащитный. Да, он будет критовать, но пока он кританет, его сольют. И опять же, это все
Вот этот crit rate процентуальный, то есть запомните, если у вас проценты, вам надо базу набить. То есть у героя, у каждого героя есть базовые статы и процентуальные. Вот давайте ту же самую сердцеедку возьмем. Вот это вот базовые статы. То есть 9000 плюс 39 это бонусы все. Это все база идет. Вот она база, точность. Вот посмотрите, какие у меня здесь статы. Точность, уклонение, крит. Крит урон 11000. Крит сопротивление. Что это означает? У вас есть при эволюции снаряжение. Стрейц оно называется. И вот эти вот параметры, они будут влиять на процентуалку. Если у вас здесь будет там первые, вторые левела, допустим, у вас есть там 10 единиц, да, плюс 8%, то это плюс 1,8, ну, станет 11. Ну, почти 12 единиц. А если же у вас будет 100, то это, соответственно, уже намного выше. То есть, учитывайте именно эти показатели. Там, где пишутся проценты, это не означает, что у вас герой, если вы поставите, прокачаете на девятку, этот талант, что он у вас будет тащить. Он не будет у вас тащить, потому что у вас созвездия не наролены так, как надо. Они будут только работать либо при прокачке прорыва. Сам по себе прорыв дает обалденные статы. Вот статы от прорыва, да, точность, уклонение, крит, крит сопротивление, атака. Вот это атрибуты, которые идут у меня от прорыва. Если у вас нету прокачанного прорыва, у вас нету прокачанных созвездий, то есть мы берем это самый реальный вариант для бездоната, это, наверное, 90% бездонатов. Те, кто давно играют, могли там кое-как наролить себе уже. Те, кто недавно играют, либо новички, сразу лепят, качают, там, вот, там 8%, она сейчас будет уклоняться. Она никогда не будет уклоняться, пока вы не сделаете эволюцию герои хотя бы не наролите пару созвездий на уклонение, либо прокачаете прорыв, что маловероятно, потому что он открывается с второй эволюции 200 левела прокачанного героя. И чтобы его прокачать, надо ресурсов дофигища, особенно книг, это значки почета, которых вечно всем почему-то не хватает. Вот, поэтому это бессмысленно. Как по мне, вот эти два таланта, они на сегодня вообще не актуальны, как и, наверное, 80% талантов, которых мы попозже разберем, они не актуальны. Почему не актуальны? Потому что с каждым выходом, вот вышло, там вроде кричали, воу, ложный, все, бог войны, фигня. Потом выходит грубая сила, которая тоже по урону классная, на крит влияет. Потом офигенный выходит талант «Железная воля». И ты офигеваешь, нету стана, иммунитет к разбросу. Круто, круто, плюс урон. Потом выходит исцеление, ладно, не берем, берем атакующие такие какие-то таланты. Выходит пак, где просто мега урон. Выходит рвение, тоже классный, плюс одна клетка, но там тоже есть свои нюансы, атака и понижение урона. Выходит раскол, здесь 100% уже идет, плюс такой статить, ну, с руки урон, плюс шанс имеет забрать максимальную жизнь, тоже классный. Потом, ну, эти беспроцентуально выходит ПДшка, тоже обалденный, то есть больше функций. Ну, маскировка я уже не раз выходил. И вот сейчас вышел новый талант, который вообще просто убил многие локации. Вот, поэтому такие таланты на сегодня не актуальны. Если вы без доната, он вам выпал, вы можете его поставить на время, там, качнуть по возможности вашего аккаунта, по возможности ваших ресурсов, но не ставить его героем и качать на максималку. Я уже кучу роллингов провел, и у многих ребят вкачан гнев, хотя он лучше будет эмблемой его поставить. Под ту же самую грубую силу, если опять же у вас прокачаны остальные атрибуты. Если у вас нет атрибутов героя, никогда этот процентуальные там, уклонения, точности, криты, шансы крита, они никогда у вас работать не будут. Поэтому у вас талант работает наполовину. Для того, чтобы он работал на максималку, надо максимального героя вкачать, вот тогда он будет показывать себя хоть кое-как-то. Но опять же, в нынешних условиях, в реалиях битвы замков сегодня приветствуются все таланты, которые дефные. Это СО, там, рвение, то есть такого плана. Даже та же самая каменка, она все равно будет на порядок лучше, чем этот талант вашего героя, она так быстро сольют. Вот, поэтому я сделал вам сегодня сразу же обзор на два таланта.
Потому что, ну, надо это делать. Многие ребята начинают с нуля, многие играют уже давно, этого не знают, они качают, а потом получается, ой, меня герой не тащит. Вот, поэтому вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи, всем пока.